Рекорд по банам, по А мы идем. Ships on vigor of the waves are skimming, powering summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise, Eldraine. Far from the fjords and the ice-cold currents, raven soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined. Shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound with him. Oh, the echoes of eternity. Oh, the hella calling me. Так, ну что, мы отчалили. Пойдем, я вам покажу весь наш ход. Очень красиво. Мы так красиво отплыли, просто песня. Погодка успокоилась, вот сделали отбойнички, чтобы пришвартоваться. Круг спасательный. Вот наши канаты мощнейшие. Вот тонну выдержит. Наш второй этажик, отсветились немножко. Шлюпка. Вот мы тут с матросами, с капитанами, все тут. Не улыбайся. Да, по украинским флагам мы идем. Жизнь прекрасна. Встретились два блогера. Как тот из два капитана. Класс. Вообще бомба. Бомба. Не, это просто бомба. Я пошел поправлю курс. Да. Так, мы выплыли на Сансайбане в половину луния. Вот есть такой день, оказывается. Денис мне сказал, я не знал, но он есть. Так, 3 часа ночи или утра. Мотор ревет. Где-то там Запорожье. Вот берег. Там справа над Боржам гоняет. Волна очень такая нормальная. И вообще все окей. Плывем. Доброе утро. У нас на борту Макдональдс. За бортом большая волна. И впереди нас ждет шлюз. Тек. Так, ну что, пойдем посмотрим, где мы пришвартовались. Там вот рыбачки, тут плотиночка, и тут рыбачки. Очень классно вот так приплыли, прям шикардос. Швартовый у нас тут. Хе-хе-хе. Круто. Поплавали мы, короче. Ага. Ты уже швартовываешь? Да. Ага. Я, короче, там толкаю. Да, только здесь. Да. Нас разворачивают. Все, мы поплыли. Вот мы такие красивые пошли дальше, потому что сейчас придет пароход и будет на нашем месте стоять. Мы идем ближе к шлюзу. Денис для истории. Так, мы перешвартовались. Вот шлюз. Красный свет. Пока ехать туда нельзя. И мы туда будем заходить.
пока стоим здесь, привязанные, красивые. Вот так, вот так. Пом-парам-парам-пам-пам. Вот так вот мы. О, корабль, кстати. Он людей собирает на борт. Вовремя мы отошли. Мы заходим не сразу за грузом, мы заходим за буксиром просто. Шлюзик открылся. Вторая баржа, нифига себе, он две сразу. Шлюз принял две огромные баржи. Вот такого размера, они просто нереально здоровенные. Нам пришлось отплыть, потому что, чтоб на нас не кинуло эту баржу. И вот мы отошли оттуда сюда. После этой баржи мы заходим в шлюз. Открытый полностью для нас. Уперся. А перед нами буксир с баржей. Нас задерживает сильно. Погода за бортом не очень. Блядь, и волна нереал вообще. Просто, просто нереал. Жесть. Денис, да, да, поворачивай. Прикол. Да, стрёмненько. Стрёмненько. К себе, сильнее, к себе. Так, я сейчас за капитана. Денису ничего не видно. Скорость сильная. Ветер в спинку сильный. Короче, весело. Такой красивый. Так, мы зашли в шлюз. Вот он, красавчик такой. Наша сенсей-баня за баржей. Сейчас будут шлюзоваться. Наверх. Вы за буксиром выходите по левому борту. Вдоль левой стенки. И идете вниз. Вы мне звоните. Я вам говорю, там еще наверх может быть БТ-шка. Но она, когда она придет, я вам скажу, когда она ориентируется, придет к левому. По реке будет как по дороге. Фух, это жесть. Посреди фарватера идете. Все, мы в шлюзе. Нас инструктируют. Это пошло вниз. Как только вы увидите, ага. Как только вы увидите, что они вот отдали швартовы, ага. И мы снимаем швартовы. И вы можете. Как только они пошли вперед, да. И вы можете следом, да. За ней потихоньку. Я попросил, чтобы он не газовал. Угу. Все, круто. Все. Yes. С Богом. Спасибо. Так, мы уже в шлюзе. Мы уже спускаемся. Верхние ворота закрыты. Ой, быстро идет. Вот троечка, мы на четвертом шлюзовались. Ну вот полметра, ну метр уже где-то за минут три, наверное. Ну за 20 минут, в общем, мы полностью шлюзанемся. Вот так. Вау.
такой скорости мы спускаемся. Улыбочка. Иху. Так, мы уже так достаточно неплохо опустились. Очень интересно. Ой, вода переходит через ворота, сливается, так интересно. В общем, сенсей-баня шлюзуется, и все идет хорошо. Все ниже и ниже. Уровень уже не опускается. Вот такая высота здесь. И сейчас по ходу будут открывать ворота. И когда буксир начнет снимать швартовые, нам тоже надо будет снимать швартовые и двигаться за ним. Но буксир очень мощный двигатель. Его попросили, чтобы он не сильно газовал, а то нас отталкивать от него будет сильно. Что он там везет вообще? Металл какой-то. Чаечка. А что она тут ловит? Мне просто интересно, что чаечка нашла в шлюзе? Открывается шлюз нижний. О, как хорошо видеть свет в конце тоннеля. Здесь водопад у нас. Правда. Шлюз открылся, но над шлюзом горит красный свет еще. Поэтому еще швартовые не скидывают. Уже видите, что шварт взялся. Вот это у них там трасса мощная. Все, они скинули шлюзами. Все, кораблик пошел. И тут даже есть лестница на всякий случай. Снизу все это выглядит вот так. Все, мы стартуем. Красивенький шлюз. До побачення. Нам зеленый свет. Баржа пропустила, мы завидим теперь легенько, налегке. Выходим из шлюза. Ворота. Толстенная, просто толстенная. Сейчас пойдем посмотрим. То есть и петли,
какая там гидравлика, чтобы такие ворота поднимать, опускать. Это просто нереально. Это просто нереальная вещь. Вот это построили люди. Высоченный флёс, высоченный. Только до падика. Мы сейчас выходим. Что, едет наша сансей-баня. Красавчики прошлюзовались. Вот мы наконец-то вышли из шлюза. Вот такой тут слив воды. Вот так вот дорога выглядит над нами, да? И вот он, огромнейший шлюз. Красный свет горит, сюда заплывать нельзя. Но если не выплыть до конца. Ой, водопадик какой. Да, огонь, пошли огонь. Как чисто, красиво. Тут вообще другая погода здесь. Тут погода другая, да? Как там было? Шторм, ветер. А тут мы попали в рай. Это очень круто здесь. Вот шлюз работает целый день. Только мы вышли. Баржа. Перед нами было две баржи, и сразу зашло еще два корабля. А я вот не понимал, где второй шлюз. Получается, вот это новый шлюз, где мы прошли, а вот еще старый шлюз. Вот такие же ворота. Получается, они оба рядышком. Ага, теперь все знаем. Класс, класс. Ну не боксир такой крутой. Все хорошо. Буксир приехал забрать рабочих. Интересно так. Короче, мосты строятся, все окей. Он нас развернул жестко. Он нас развернул, как сосиску. Жесть. Нормально, нормально. Да. Мы пока туда идем. Тут, короче, нас люди вот так вот постоянно снимают. Там целые делегации людей. Сансей баня уже на набережной. Экскурсия
заканчивается наше приключение длиной в жизнь. Это было весело. Вот наш причал, и его кто-то уже занял. Здесь будем наблюдать, и здесь будет отдыхать все. Очень хорошо и замечательно. А мы добрались до Пулен Бич. Ура! Наша пристань. И первая нога человека ступила. Тихо. Лови, лови, отталкивай ногой, а что ты не отталкиваешь? Я отталкиваю. А, оно сильно зашло. Ничего себе. Ну все, мы причалили, это уже хорошо. Сейчас я тут отталкиваюсь. Все, моя нога тоже тут. Да, да, даю. Ребята, как добрались? Сплавы по рекам. Да. Еще там что-то. Попробуйте переправить. 18 часов я бесперерывно рулил. Да. Вот главный пират, капитан этого ночного корабля, да? Да. Раненькое утречко. Наша банька уже переплыла на Пулен Бич. Вот прям по дорожечке нужно к ней дойти. Ой, как тут хорошо. Почему мы раньше сюда не пришли?